Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Андрей. Сегодня попытаюсь поговорить погромче, потому что в прошлом ролике меня, ну, по прохождению Droll Face Quest мне было достаточно плохо слышно, могут вот так вот музыку сделать, вот. Сегодня мы опять проходим Droll Face Quest, и на этот раз мы проходим Droll Face Quest Video Games 2. Итак, я уже вижу, что здесь PUBG, изображен Fortnite или PUBG. Поехали. Так, нам нужно найти 10 сковородок. Давайте начнем. Сковородка. Потыкайте просто в него, он так и делает. Том. Окей. Том, говорящий кот, ну это который сейчас знаменит. Так. Так, он улетел. Из бассейна можно достать эту. Унитаз, в общем, можно достать. И это самая лучшая премия в мире. Унитазная битва называется, если что. Ну, это, естественно, Лара Крофт. Это очень древняя игра. Тролла Крофт, может назвать ее. Ну, это, короче, типа Индиана Джонс, только в женском обличии. Ну, это Акинатор, это Акинатор. Просто потыкайте по унитазу и все. Акинатор смылся. Сковородка. Это Хейло, как. Не знаю, как сейчас сказать Хейло. О, сковородка. Но это слишком быстро, много. Ой. Ага. Блин, вспомнил. Нет, подожди. Надо вот этого чувака нагнуть и... Понял, блин. Не пнуть его надо было, а в жопу сейчас. Это Little Nightmares. Да. Ну это GTA Vice City. Кстати, недавно умер актер, который озвучивал Тоби Версетти. GTA Troll City. Просто зажмите на экран, боже, если кому нужно. Прохождение ей показывать, ну, в смысле, какие эти надо. Это очень древняя мобильная игра, только я не помню, когда она была сделана. Это головоломка, да. Так, подожди. Да не нажимайте на нее, а? Так, ладно, подсказку. А. Я примерно этого и ожидал. Фу, это нет. Ну ладно. Ну это Angry Shark, ну от Ubisoft компании, если ты делает игру. Так, это... А, это Hitman. Да, это Hitman. А, ну это Tetris. Веселенькая музыка.
Так, ну это, естественно, Слизерио. Эй, ты что, зачем ты это сделал? Да, это Слизерио. Очень тоже древняя игра. Я не знаю, какого года это игра. Вот конкретная тролка из квеста. Это Кроко, короче, типа что-то про Грайзил, тоже мобильная игра. Ну тут много мобильных игр, кстати. Там типа что-то там, я не знаю, как это называется. Борщ. Я это тоже видел игру где-то, но не знаю, это, типа, неизвестно что. Так, давайте наоборот. Ага. Что-то непонятно, что за игра. Упади на него. Отлично, замечательно. Когда мы будем играть в игру Droll Face Quest, где унитазы должны будут собирать мы? Вот интересно. Или это уже есть, типа... Так... Но это вообще пинг-понг, это самая первая игра, чуть ли не самая. До свидания. Идем дальше. Ну это Лимбо. Офигеть, чувак. Блин, я помню, что у паука очень стрёмная хрень, если честно. Так. Да нафига ты кидаешь-то него, а? Дурачок, что ли? Ага. Ой, там такая же кровь была. Они прям так все сделали. Просто кровь, кровь, это очень жутко. Я не знаю, что это за игра. Так, мы проиграли, я подсказку хотел взять. Да иди ты нахер, а? Ой. А сколько осталось, кстати? Десять два. Ага. А-а-а. Подсказок все нет. Теперь буду смотреть на YouTube, если что. Да иди нахер, а. Та-дам. Эта игра Стакс, что-то типа того. Ленин! Прикольно, прикольно. Дальше идем. А, это Shadow Fight. Подожди. Да, бывает. Так, подожди, я что-то не понимаю, тебе нужно так это. О, да, блин. Может, сначала его зажать нужно, а? Да. Все. Понятно.
Блять, это спор. Спор, скорее всего. Но это я помню, игра типа Вульф, что-то там с оборотнями связано. Так, ну это естественно. Непонятно почему, но у меня постоянно вылетает эта ебаная игра. Всегда я вылетаю с фейс-квестами. Просто нажимаете. Пацаны, вот так нажимаете. Он выживает. Вот так. А это я знаю, это что-то, короче, покуки, чем типа того что-то. Вот так вот, готово. Ну, это ведьмак. Так. Новая работа ведьмака, можешь назвать так. Ладно. Получай, сука. Все. Так. А, ну это бихолдер, типа. Я не знаю, что произошло. Опа! Угадал, видел? Это так как с прошлой игры еще связано. Ну, имеется в виду. Подожди, я что-то где-то сковородку пропустил. Видишь, да? На самом деле нужно так было сделать. Все. Так, я где-то сковородку пропустил, нужно поискать ее. Так, идем. Так, ну здесь я сделал все. Здесь тоже взял. Здесь взял. Здесь я взял. Здесь взял. Здесь взял тоже. Так, здесь может быть? Нет. Вот здесь вот? Нет. Короче, я вырезал этот момент, вот и нашел. Ну, на самом деле, у меня запись просто вылезла. Все, давайте. Поиграем теперь в уровень под названием «Победим». Что тут делать? Окей, окей. Я вижу, там очень много сковородок, ты чё? Так, подожди, подожди, стоп, стоп, стоп. Ещё разочек давай. Ну-ка. Так, короче, я понял. Вот, смотрите, нужно было сюда вот потыкать по сковородкам. Я не знаю, я штыкал вроде. Так, вот, та-дам. Все. Теперь мы, короче, должны зайти на YouTube, посмотреть уровни вот эти вот. Для другов поиграть на каждом уровне и 20 тысяч пунктов набрать. Вот, кому интересно, вот, смотрите. Я, кстати, взял отсюда канал. Вот, смотрите, давайте. Смотрим, как говорили, что дальше уровни будут. А, это PUBG, кстати, была, если что. Кому интересно, это была PUBG. Так, вот это что? Блин, я не знаю, что это за игра. Я типа...
Оригами, что-то связано с оригами. Ну, возможно, что-то связано с оригами. Как странно, но уровень пройден. Я думал, это будет проигрышный вариант, но ладно. Так, давайте еще, короче... Ну, он, наверное, ищет, какой проигрышный вариант был. Вот. А, ну, это, конечно же, сейчас следующий уровень. Это, конечно же... Как это называется? Hill Climb Racing. Вот, Hill Climb Racing. Итак, давайте посмотрим, что будет делать этот человек, чтобы пройти этот уровень. Потому что мне интересно реально, что будет, если пройти уровень. Так, дальше. А, Boston Dynamics, это же тот робот. Так. Да, это же Boston Dynamics робот. Так тоже не добраться. Я думаю, что машина должна отрастить ноги. Так, да. Смотрите, давайте посмотрим, может там вроде трейлер. А, стоп. А, нет, смотри-ка. Да, странный уровень. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на общественные комментарии. Опять сегодня не удалось посмотреть уровни секретные, точнее, пришлось смотреть их на Ютубе, но это жаль, это очень действительно жаль. Ладно, в общем, еще раз всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на общественные комментарии. Я с вами посмотрел Александр Рандет. Увидимся в следующем видео на просторе интернета. Все, всем пока.